Алло? Что? Когда? Утром папа не смог встать, у него частичный паралич. Девочки. Возможно, говорить он не сможет. И есть тоже. Помоги мне с этим покончить. Поможешь? Без тебя я ничего делать не стану. Но попросил-то он тебя. Он плохой отец. Но я его люблю. Я хотела бы дружить с ним. Если он друг, то помоги. Во Франции невозможно. И что мне делать? Я связалась с ассоциацией в Швейцарии, но надо ехать туда. Я поеду. Где это будет? В Берне. Нужна доза посильнее. После шунтирования сердце у меня крепко. Ты мой любимый сын. Ха-ха-ха. Девочки, я потрясена. Андре сказал, что передумать не вправе. Что? Как это? Посмотри нам в глаза. Ты была очень вредным ребенком. Давайте выберем дату. Пусть будет март. У меня день рождения. Почему ты не бросила папу после всего того, что было? Господи, как здорово! Ты как ледышка. Да, но зато жила. Ты понимаешь, что мы для него делаем? Не смей плакать. А если откажетесь, что будет?